Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство OnePlus 11, и сейчас я покажу вам, как вставить сим-карту в данное устройство. Итак, для того, чтобы вставить сим-карту, нам понадобится вот такой вот ключик с крепочкой или что-то в этом роде, ну и, соответственно, сим-карта. Берем ключик, берем телефон, и здесь у нас внизу будет место для сим-карты. Вставляем сюда ключик, отверстие, прижимаем немножечко. И вытаскиваем. Далее мы берем сим-карт. У нас здесь есть место для двух сим-карт. Первая симка, вторая симка сзади. У меня одна симка, поэтому вставлю одну. Вставляем. Не так вставлять ничего. И вставляем все это дело в телефон. Наблюдаем за тем, как у нас сейчас появится сеть. Уже появляется. Вот у нас появилась сеть. И в принципе на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал.